Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня приготовим рагу с баклажанами, которое будет вкусно в любом виде, и с пылу с жару, и когда остынет, и на следующий день из холодильника, если, конечно, останется. Для этого блюда возьмем пару баклажан, кабачок, болгарский перец, несколько помидор, также репчатый лук, несколько долек чеснока, морковь. Также понадобится масло оливковое и приправы. У меня для картофеля чили, перец, базилик, лавровый лист. Баклажаны я не вымачивала, порезала брусочками, помидоры порубила кубиком. Можно снять шкурку. Лук шинкуем полукольцами или четвертинками. Режем кабачок, также подготавливаем морковь и перец. В разогретый сотейник наливаем чуть масла, потом можно добавить еще, выкладываем баклажаны и даем подрумяниться, как бы подпечься. Я люблю все-таки такие баклажаны, не вареные. И несколько минут обжариваем. Затем выкладываем в отдельную тарелочку и оставляем баклажаны. Наливаем чуть-чуть масла, пассируем лук. Добавляем морковь и перец. Эту пассировку чуть-чуть украдем в другое блюдо. Готовлю чечевичный суп. Видео есть на моем канале. Опять убираем овощи. Добавляем еще немного масла. Выкладываем кабачок. Пока порежем чеснок. Отправляем помидорки прямо с соком. И потушим несколько минут. А теперь выкладываем баклажаны и оставшиеся овощи. А теперь время специй. Добавляем несколько горошин душистого перца, лавровый лист, специи, острый красный перец, базилик, чеснок и любые другие приправы по вкусу. И все перемешиваем и тушим еще минут 7-10 под крышкой. Ну а теперь украшаем зеленью по вкусу. Блюдо хорошо в пост, да и не только. Такое блюдо можно и законсервировать на зиму. Так что всем приятного аппетита, до новых встреч!